озабоченных пожилых людях. Это те люди, которые служат нам примером для подражания и всегда помогут в любой ситуации мудрым советом. В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый день будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью, долгих вам лет жизни, здоровья и гармонии. Дорогие, родные, любимые, в этот день мы хотим пожелать, чтобы в жизни вы были счастливыми и здоровье с оценкой на 5. Этот праздник – дань уважения зрелости, опыту, мудрости, всему тому, что с годами приобретает человек-труженик. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают активно трудиться. Спасибо вам за этот пример жизнелюбия, доброты, верности своему делу. Желаю вам доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни, любви и почитания близких и родных. Пусть глаза ваши лучатся от радости, а жизненных сил хватит надолго. Желаю вам удачи, долгих лет и здоровья, чтобы ваша душа была счастьем согрета. В этот день почет и славу объявляем пожилым. С этим праздником поздравить мы сегодня вас хотим. И не важно, что все годы молодые уж ушли. Будьте вы всегда здоровы и, как прежде, веселы. Теплый день осенний, солнцем позолочен, радостной работой ветер озабочен, кружит листопадом осенью сладу, седину ласкает старикам награду. В этот день октябрьский, по велению века, чествует природа пожилого человека. Желаем крепкого, отличного здоровья, и этот день пусть радость принесет. Желаем окруженным быть любовью. Пусть ангел вас хранит и бережет. Здравствуйте всем! Мы вас рады видеть в нашей библиотеке. И поздравляю вас уже с наступившим праздником, Днем пожилого человека. Пойдем гулять по солнечным аллеям, туда, где хороводит листопад, где обязательно душа теплеет и лучезарнее сияет взгляд. Мы соберем себе букет из листьев, частичку осени внесет наш дом, как облик торопливых мыслей о нашем настоящем и былом. Добрый день, дорогие друзья! Стала доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный вам, самым достойным, самым мудрым, самым уважаемым людям с большой буквы. В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей, вас, людей старшего поколения, мудрое поколение. Благодарим вас за трудолюбие, за честность, за порядочность. Низкий вам поклон за то, что вы есть на нашей земле. В этот теплый праздничный день мы соберем для вас прекрасный осенний букет из творческих выступлений, добавим туда радость в каждой встрече и украсим улыбками и сияниями ваших глаз. На нашем праздничном концерте со своими поздравлениями, как всегда, для вас выступят учащиеся детской музыкальной школы имени Петра Яновича Ковалевского. И первым вас спешит поздравить Кисберг Юлия, которая исполнит песню «Свет». Свет, что дает мне силы.
зовет меня вперед, свет, что дает мне силы, свет, вдохновение мое, и ночью, и днем меня он зовет, меня за собой. Я с пути не сбегу, я за светом волшебный все грозы пройду. А вы знаете, кто придумал аккордеон? Я думаю, что его придумал какой-то волшебник. Какой глубокий смысл он заложил в свое творение? У него есть очень большая миссия, которая известна далеко не всем. Этот волшебник не знал, что сегодня, в этом зале, его изобретение подарит вам необычное путешествие в мир музыки. И пусть это путешествие будет благодарностью его создателю и поздравлением для вас. И встречаем аплодисментами Горького Данила с номером «Пури знакомых мелодий». Первыми на сцену пройти Таисию и Арсения Бражи. Они у нас давно, с маленького возраста в нашей библиотеке.
Тая приготовила для вас стихотворение. Тая, прошу тебя сюда. Тая еще поет, но сегодня она прочитает стишок. В этот день почет и славу объявляем пожилым. С этим праздником поздравить мы сегодня вас хотим. С днем пожилого человека, пожить желаем дальше века. Здоровья, радости, добра, чтоб жизнь спокойная была. Продолжаем составлять наш праздничный букет поздравлений. И приглашаем на сцену Иванцова Тимофея, который исполнит вальс «Березка», написанный Евгением Дрезиным. Шагал уже немало, ожидает пусть немало вас дорог, и каждая, как радости, начало. Пусть здоровье и еще немало сил обретете вы в дальнейшей жизни, и чего бы кто из вас не попросил, пусть исполнится на деле, а не в мыслях. Пусть вас радует надежда и добро, пусть удача вас сопровождает всюду, и чтоб лишь чувствовать душевное тепло, поздравляем наши пожилые люди. Thank you.
следующей мелодии вы узнаете, когда вы только ее услышите. И автор этой мелодии — советский российский композитор, пианист, певец, скрипач и актер, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Известен он как автор множества популярных песен, песен для детей, в том числе и музыки для мультфильмов «Чебурашка», «Крокодила», «Гена». Как вы думаете, кто это? Помните этого автора? Гладков, что ли? Нет, это Владимир Шаинский. Да. И сейчас в исполнении Даниила Горнева прозвучит мелодия из мультфильма «Песенка крокодила Гены». Он бережно хранит все тайны.
И в заключение нашего сегодняшнего праздника мы хотим вам пожелать: оставайтесь всегда такими же обаятельными, красивыми, сохраняйте в себе молодость духа, крепкое здоровье, жизненный оптимизм. Будьте счастливыми, родные наши. На этом наш праздничный концерт подошел к концу, и мы всегда будем вас рады видеть в нашей библиотеке. Мы не говорим вам до свидания, мы вам говорим до новых встреч. Следующий концерт, который будет проходить, он будет посвящен чему? Дню